Дорогие друзья, всем привет! Это точно 100% последний ролик с братом, вот, записанный наперед. Но мы его записываем, потому что там отчасти даже требовали вы. Недавно у Никиты было много батлов и с Дашей, и с Тимуром, и он затащил батл с Тимуром. И у нас были такие, ну, не то что условия, но мы сказали такие слова, что если... Допустим, ты побеждаешь, я тебе задоначу. Побеждает Тимур, Зебраил донатит Тимуру. Ну и так как Никита победил, слово надо держать. Я сегодня буду... Смотрите, какой он рад. Я буду сегодня ему донатить на аккаунт. У него вот такой вот мега ящик. Я его сейчас задоначу. И куплю ему еще гемов. Сколько там? Вон, 360 гемов. Короче, у Никиты нету Леона. У Никиты нету Леона. И вот мы надеемся, что он его вытащит. Он очень везучий, ребят. Вот, пожалуйста, вот прямо сейчас, прежде чем мы начнем открывать, надо обязательно выполнить обряд. Поставить лайк и подписаться на канал. Вот прямо сейчас это сделать, и у нас что будет? Выпадет Леон. Выпадет Лего. Но если нам не выпадет, то тебе она выпадет однозначно. Вот проверь прямо сейчас просто подписку и лайк. Все, сделай это, и мы начинаем. Ну что, готов? Да. Рекламная пауза, а я пока буду покупать. Поехали. Ну что, я уже купил. Никит, с твоих рук, только с твоих рук открывай твой аккаунт. И ты очень везучий, не спеши. Он получает 170 гемов. Он очень рад, потому что у него много персов непрокачанных. У меня все почти. Короче, стой, вот пожалуйста, вот это очень важно. У нас не так много гемов, у нас не так много шансов. Но... Твой лайк поможет. Да, пожалуйста, сделай это. Все, я надеюсь, вы все сделали это. Подписались, лайк поставили, понеслась, Никит. Если ты выбьешь Леона, это... Я буду очень рад, что не зря потратил на донат. Тут не будет, очень жалко. Не будет, да? Да. Но во втором есть шансы. Да, жалко, что только их два. Так, давай, 6, пожалуйста, 6 предметов. Ну, у нас шансы еще есть. Конечно, шансы есть. У нас еще сколько... Я сейчас же еще куплю тебе этот... 360 гемов. Ну, давай не буду их пока покупать. Ты пока давай, на эти открой. Давай, у тебя 190 давай. Есть. Да не, ну что, большие. Большие, ну, да, давай, большие давай. Открывай, большие. Не будет. Ну, а тут не факт. Если две, может и выпасть, по-моему. Не, я по монетам. А, по монетам. Если меньше 35, то падает. Если больше, то не падает. А, какой обряд у нас. Точнее, какие схемы. Так, хорошо. Не жалко очень. Я так хочу Леона. Ну, понятно, что ты хочешь Леона. Давай один мегаящик. Не-не-не, мегаящик это беспонтовая фигня. Лучше больше мегаящиков. Ну, просто в биг-ящиках в 3 раза больше шансов, чем в обычном. А в этом в 10 раз. Хоть и он стоит только почти в 2 раза. Но в этом больше шансов. Ну один открой, один. Давай. Блин, мне уже показалось 6, я такой. Так, сейчас еще один донатик. Итого уже у Никиты 500, ну 500 гемов, да, это я тебе задонил? Ну да. Так. 100 мне, 5000 монет. Ну, монеты, да, прокачаешь хоть юнитов своих. Так, донатим еще ему один пак. Я очень надеюсь, что, блин, ему выпадет, очень бы хотелось. Ради Леона вот этот весь донат. Ну, хотя бы золото подфармишь, если вдруг не выбьешь. Ну, блин, пацаны, ну правда, поставьте лайк. Большие ваш ящики лайк, открывай. Ваш лайк повышает шанс на Лего. Очень повышает шанс. Блин, вот по-любому кто-то не поставил. Не подводите, пожалуйста, Никиту. Очень хочется Леона, друзья, очень. Пожалуйста. Пожалуйста. Давай. Блин. Жалко. Плохо, когда знаешь, что падает... Мне очень стрёмно. Ой-ой-ой. Рядышком, видишь, мы приближаемся. Мы потихоньку. Пожалуйста, давай. Это вообще близко. Быстрей, быстрей подписывайся. Игорь. Ростислав. А, жалко. Блин. Но очень близко было. 45 монет, это почти выпал. А, 47 рядом. Рядом, но не то, не то пальто. Так, 200. 7 смотрим. Давай, 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 давай. Давай, выпади. Выпади, Леон, пожалуйста. Ну тут только ваш лайк решает.
По-любому, вот кто-то не подписался. 46, вы видите, рядом, вот вы ходите вокруг да около. Это значит, кто-то поставил, а кто-то нет. Если... Кто-то, да, вот по-любому, вот кто-то, ну поставь быстрее. Ну ты вот сейчас поставишь, и выпадет Лего. Ну ты что, трудно или что? Мы тратим деньги, а ты просто лайки и подписку делаешь. Так. Уф, это вообще прям насыпало такое. Ну слушай, это такое, знаете, можешь следующий быть. Так. Нет. Жестко. Сколько? Два бокса. Один бокс. Давай. Блин. О, 86. Жалко. Так, что у нас по гемам? Жалко очень, блин. Так хочу Леона. Давай попробуем. Вот, вот, ребят, ну вот просто вы обязаны сейчас, вот если мы не выбьем Леона, все, вот Игорь, вся будет ответственность на тебе, вот реально, вот ты просто, ты охренеешь, блин, настолько мы будем злы. Вы просто посмотрите, сколько улетает. Оп. Давай. Один, давай, начинай. Эть. Мы должны вытащить, пожалуйста, ну все делается для того, чтобы это произошло. Так, все, давай мегаящики, понеслась. Давай, Никит, ты очень фартовый, ты должен вытащить. А нет. Я пока буду стараться называть какие-то имена. Давай, Михаил. Подписывайся. Даша. Да при чем тут Даша? Даша тоже. Павел. Вот подписывайся тоже. Я думаю, что Константин не подписан. Борис не подписан. Я думаю, что Алексей тоже, вот, Виталий тоже, возможно, даже Максим. Кто-то еще, помню, так, блин, меня не назвал, ты меня не назвал, не помню. Ну, подписывайся, ну, правда, не теряй, вот, ну, гемы улетают, правда, вот это все делается ради того, чтобы выпал Леон ему, ну, правда, очень хочется... Я же не говорю, что ты не подписался, ты, возможно, уже и подписался, но вот ты, который чуть-чуть рядом, возможно, сидишь и ждешь что-то. Ну, сделай это, и малому... 38. А должно быть меньше 35? Или меньше 40. Возможно, меньше 40, я не знаю. А ну, 30... сделай скриншот. На всякий случай. Дай я сам сделаю. А ну? Блин, я так, я уже обрадовался. Блин. Жалко. 78. Ну, это было очень близко. А ну, дай я посмотрю шанс на Лего. Ну, шанс на Лего, наверное, вообще ужасный. 0,05. Но он повышается с каждым лайком. Давай один раз. Один. Ну, давай один раз, окей. Ну, будем иногда их... Блин. Ну, 300 монет, это хорошо. Так. Давай большие, поехали. Еще 500, ну, как бы еще шанс есть. Давай. Шансы большие. Фух. Блин, реально, ну разрабы, ну вы гоните. Сколько? А ты давно его уже не можешь выбить? Ну, когда он вышел. А когда тебе последний раз Лего падало? Мне? Да. В августе. В августе падало Лего последний раз? Да. Спайк мне выпал тогда. Но ты же мне... В августе, Никит, да. Сейчас июнь. Я знаю. Ты хочешь сказать, что у тебя уже все Леги давно? Не, смотри, в августе мне выпал спайк, а ворон мне не А, ворона еще я тебе донатил, точно. Поэтому... А, ну да, ну слушайте, блин. Целый год. Офигеть, целый... не падали леги, ну разрабы, ну блин, ну тем более вот мы подкинули вам немножечко денежек, но вы должны нам дать Леона, ну блин, ну очень хочется. Пожалуйста. Давай, Никита, открывай, чё ты, пожалуйста. Он должен выпасть. А, гемы все меньше и меньше. Мне жалко, эти гемы тратим. Да мне самому жалко, но надо открывать до последнего. Я хочу быстрее его выбить и гемы себе оставить. А так, я вижу, не получится. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. 50 уже рядышком. Ты на монеты посмотри. 7000. Это как... Я всех прокачаю. Давай, ну выпади. Да что ж такое? Ну, чё ты не открываешь? 66, блин. Дико страшно. А если выпадет? Боже, если выпадет, это будет... Вот... Это будет супер.
Пожалуйста. 49. Блин, ну мы приближаемся потихоньку. Так. 44. Фу. А, мне показалось, типа, все, сразу новый боец следующий. Мне тоже показалось. 84. Блин, офигеть, сколько можно донатить, сколько можно открывать. И вот так вот разрабы подкидывают. Слушай, ну ты двоим подписчикам за два дня вытащил по леге. Видимо, разрабы думают, а хватит тебе уже, наверное, фартить. Сколько сможем еще боссов? Получается, два сундука осталось. Пам. Ему улетает. Леон. И 64. Нет. Походу все. Капец. Не фарт вообще, не фарт. Жалко. Аж 1500 гемов потратил. Не жалко. 1,5, 35. А ну какой шанс на выпадение? У меня 0,06. 0,07 почти. Это очень хороший шанс. Это, кстати, слабый шанс. Нет, это нормальный шанс. Ну, вряд ли выпадет уже, да? Не знаю. Но это намного... Это в 2,5. Вот что не сделаешь? Вот что не сделаешь? Вот просто вот... Последний дон. Так уж и быть. Так уж и быть. Последний дончик. Небольшой такой маленький дончик. Ему придется теперь еще несколько батлов выиграть, чтобы... Один, блин, тут сколько гемов улетело уже. Надо. Блин, да вообще не падает. Разрабы, блин. 42. Не сожрать. Блин, а если бы выпал вообще, я бы... Все нормально было бы, но не выпадет, это просто обида. Разрабы зажрались. Не, я выбью. Ну подпишись быстрее, ты должен это сделать. Обязательно колокольчик проверь. Да колокольчик-то ладно, главное подписка и лайк. Вот если у кого-то не активирован подписка и лайк, все, блин, не видать леги. Лайк это 78, охренеть. 106, да что так много монет падает, блин? Монеты, ладно, у меня уже 9000. Легу да дайте. Что мне твои 9000? Мне лего нужна. Я же говорю, легу дайте. Сколько? На 3. 54. Пятьдесят пять. Это как рулетка, как казино какое-то. Страшно. 49. Не фарт. Мне кажется, сколько бы я сейчас не задонатил, хоть даже еще 1000 не выпадет ему. Тупо не падает, вот тупо не падает. 0,6, как шанс был, так и все. Ну кто-то из вас не подписался, говнюки, блин. Очень жаль. Не выпал нам Леон, не разблокировали мы этого бойца, но зато подфармили голды Никите. 9120. В общем, ничего страшного, я думаю, что когда-нибудь он его выбьет. Спасибо вам, ребят, за просмотр. Надеюсь, что все равно большинство из вас подписались, поставили лайк. Спасибо в любом случае за поддержку. И ждите, когда выпадет Леон. Мы, надеюсь, запилим об этом видосик. Все, это последний был ролик с Никитой. Я, как и обещал, задоначу ему, если он выиграет батл. Он выиграл батл, я слово сдержал. Жалко, конечно, что не выпал Леон. Но ничего, зато мы ему немножко увеличили шанс на выпадение. Все, всем спасибо за просмотр, всем удачи. Увидимся. Всем пока.